Всем привет-привет, с вами Кононова Анна и, конечно же, новинки каталога номер 10, который будет действовать с 1.07 по 21.07. И первая новиночка у нас с вами идет тостер, такой вот классный, артикул 910-522. Значит, давайте же его будем открывать. Приходит он в такой вот коробочке. Да, мне тут муж помогает. Да, мы тут вдвоем. Такой вот он коробочке приходит. Во-первых, тут идет инструкция. Сейчас я вам быстренько ее покажу. Вы можете поставить на паузу и почитать. Да, то есть вот тут, видите, все очень такая хорошая, подробная инструкция. Угу. Полезные советы. Вот тут разморозка, пожалуйста, да. И последняя страничка, там уже... Не по-русски написано, да? Ну что ж, Антон, давай доставать будем. Коробочка такая красивая, лаконичная. Очень классная. Да, в общем, на подарок будет великолепно. Сам по себе уже такое хорошенькое оформление. Так, открываем. Угу, тут у меня еще один заказик лежит. Так, значит, что у него вообще есть, да, у этого красавчика? Так, значит, у этого красавчика идет 8 степеней поджаривания для идеальной корочки на любой вкус. Пластиковый такой вот, это железный корпус, да, я так понимаю. Тут идет пластиковый корпус. Цвет очень хорошо передается, очень красиво. Значит, режимы есть заморозки и подогрева. А также автоцентрирование тостов для равномерного обжаривания с обеих сторон. Тоже здорово, да. Удобный выдвижной поддон для крошек. Антон, где поддон для крошек? Давай будем искать. Сейчас поищем. Так. Так, ага, вот такой выдвижной поддон для крошечек. Получается маленький, хорошенький. Ну и стильный лаконичный дизайн. Размер 29.03 на 17 на 19.5. Тут, значит, мы загружаем. Таким образом он захватывает, да? Угу. Так, ну и тут несколько степеней поджаривания. Да, то есть 1, 2, 4, в общем 8. 8 степеней поджаривания. Тоже, в принципе, да, здорово. Так, что означают у нас эти все три кнопочки? Значит, верхняя кнопочка у нас идет F, это подогрев. Вот просто подогрев можно нажимать, да. Потом, значит, вторая кнопочка, это у нас G, да, отмена. И третья кнопка идет разморозка. А так просто выставляете режим, как хочется. Так, не получается у меня. А, в другую сторону, да, господи. Давай, может, ты будешь все это дело делать. Вот такой у нас штекер, значит. Сейчас раскрутим. Где-то у нас есть очень интересная штука. Указано, что можно намотать кабель питания на катушку на дне тостера, Антон. Да, это делается для того, чтобы его хранить. А, то вот есть, она, вот да, она, катушечка да. Такая вот. Так, то есть, ага. Если он мне нужен. То есть такая вот красота. Наматываем. Только сейчас не понял, куда он присоединяется, чтобы закрыться. Ну, это не столь суть важно, он так и остается, я так понимаю. Вот, ну что ж, втыкаем в розетку, будем пробовать. Так, берем тостовый хлеб, какой-то он черный, да, у нас с вами. И, как указано, кладем, я так понимаю, да, по одному кусочку. И тут выбираем режим, получается. Ну, давайте сразу вкусно его прям поджарим. Антох, ну как где тут? Если ты хочешь максимально, то вот. Максимально. На восьмерку. На восьмерку и сюда. Нужно еще выбрать режим. То есть это отмена. Это у нас получается верхняя кнопка подогрев, аж разморозка нижняя. То есть нам, скорее всего, нужно выбрать режим сначала. Да, то есть опускаем до конца. И потом нажимаем на кнопку. То есть тут должно быть движение такое резкое. И мы с тобой поставили самое мощное, да? Да. Время работы не указано, но, скорее всего, он начал работать. Потому что очень горячо идет. И написано, что после первого применения он будет немножко дымиться. Ну, сейчас проверим. Уже пока начал. О, все что ли? А где поджарки? А где поджарки? Мы хотим поджарки. Так, давай, 3-4. Ты, наверное, самый маленький режим поставил. Нет.
Так, нажали. Восьмерочка стоит. И первый режим у нас идет F. Это подогрев. Отмена разморозка. В общем, как оказалось, подогрев ставить не надо. Ничего тут нажимать не надо. Он работает от того, что вы просто резко нажимаете, и он уже включается. Видите, там идет пыл-жар, и уже все покрасилось. Покраснели железочки. И вот сейчас он, скорее всего, выдаст нам жареный очень сильно хлеб. Надеюсь, он не сгорит. Ну, здесь не показывается таймер, скорее всего, будет именно нужно самому смотреть на время, на поджаристость. А как ты увидишь? Ну, пока что он там беленький, мне кажется. Пока это, что беленький. Ну, можно... ну зачем, зачем? Подожди, пусть до конца доработает. Потому что тут непонятно. Ну, нету таймера и непонятно. Но он, смотрите, он задымился наконец-то. Я не знаю, как это видно, не видно. Да, то есть он слегка задымился. Пар идет сильно очень. Сейчас будем наблюдать. Так, ухаживать за ним можно только влажной тряпкой, слегка влажной, с которой не капает вообще вода. То есть ей протерли, если вдруг захотелось протереть. И после этого сухой тряпочкой протерли. Ну и желательно полчасика не включать после такого, как за ним поухаживали. Так, какой хлеб интересный. Я думала, вот белый, а это какой-то... Ну, это зерновой, а этого японского не было, который белый. Угу. Ну что ж, господи, он так сильно дымится. Да, я думаю, хватит, Ань, уже. Думаешь? Да. Слушай, пахнет горелым. Давай. Ну-ка, давай, хватит. О-о-о, пипец. Ну, в принципе, поджарист. Короче, мы его слегка спасли. С другой стороны, вот так вот. Так. Отлично. Ну, давай тогда попробуем на пятерочку поставить. Давай. Давай на пятерочку. Поставил на пятерочку, да? Тут пятерочку сделали. Да, вот она, пятерочка. И просто до конца нажимаем. И он начинает работать. В общем, поджарился он мега круто. То есть мы не дождались до конца. Он поджарился так вот, не дождался. Да, очень тут горячо. Да, кстати, как ты и правильно сказала, не запускаем, он начинает работать. Видишь, может, на камеру это не видно, когда... Я уже показала, что нагревается. Угу. Нет, я имею в виду, красненькое там. Сначала немного не поняли, потому что разогрев – это разогрев, если дополнительная функция. А если вы хотите просто поджарить, выбираете мощность, которая вам нужна, и... Сюда нажимаете, и все. Конца, да? А если сюда нажимать на кнопки, он вам сделает или подогрев, или отмену, или разморозку. Вот. При разморозке самый длительный режим. Да, если тост вы захотите достать раньше, увидите то, что он поджаривается, нажимаете cancel, отмена. Cancel. Где этот cancel? Посередине кнопочка. А, cancel. Ага. То есть они сами выскакивают, да? Да. Угу. Меня интересует вопрос, они сами вообще выскочат вот сейчас? Вот меня тоже этот вопрос интересует. Честно, не знаю. Вот сейчас поставлю на паузу, и они выскочат во время паузы. В общем, ждем, да? Ну, как эти, как малыши, да, сидим. Ну, в общем-то, так-то классно. Мощность у него идет 900 ватт. Режим разморозки и подогрева есть. И 8 степеней поджаривания. В общем, восьмую степень мы решили не дожидаться. Он прям поджарился, так поджарился. В общем, все тут крошками завалили. Слушай, он вообще забыл, может, что он работает. Ну, уже поджаристость есть. Ну, дым-то идет. Угу. То есть вот это на пятерочку. Ой, мама. В общем, на пятерочку тоже многовато, я так понимаю. Чуть-чуть подгорело. Совсем капельку, но есть. Да. Так, убираем его из розетки. Вот, убираем из розетки. И давай, Антон, посмотрим, как там, какая там чистота осталась. И так, ну, в принципе, более-менее чисто. И давай посмотрим поддон. Да, накрошили. С другой стороны. Давай будем смотреть. Вот он, да? Чуть-чуть. А, ну чуть-чуть есть крошечек, да? Ну, в общем, вот такая красота. Далее, что у нас еще с вами есть в VIP-новинках? Это вот такой вот антифунгал комплекс. VIP-новинок у нас с вами в этом каталоге не особо много. И вот такой вот антифунгал комплекс. Давайте же пройдем, посмотрим. Стоит он по цене каталога 1499 рублей, как я понимаю. Артикул у него 158.11. И тут просто мега крутая аннотация о нем. Так, давайте же смотреть. Значит, биологически активная добавка к пище. Ух ты, как
закрыто. Антифунгал комплекс представляет собой фитокомплекс, который проявляет высокую бактерицидную активность в отношении дрожжевых грибков и другой патогенной флоры. Главным фактором риска заражения грибковой инфекцией является ослабленное состояние иммунитета, поэтому в состав добавлены компоненты, которые укрепляют защитную силу организма. Так, ну что ж, давайте с вами попробуем один открыть. То есть они такие вот клевые, хорошенькие в плане того, что удобно. Так. Да, такая вот смесь. Первый раз, когда я что-то, да, получаю, я открываю таким образом. Да, то есть такая вот капсулка идет. И, значит, получается, тут идет такой совет, что в период приема добавки желательно ограничить употребление продуктов, провоцирующих рост грибов рода кандида. Это хлеб из дрожжевого теста, ну, то есть все вообще дрожжевое. Также сахар, сыры, кисломолочные, консервированные, маринованные и содержащие крахмал продукты. Ну, крахмал — это картошка. Я много раз вам рассказывала вообще, что в нашей семье картошка замачивается на ночь, чтобы крахмал выходил, и вот это мы едим. Он, конечно, не полностью выходит, но хотя бы сколько-то. Нужно обязательно уменьшить потребление кофеина и алкоголя. Также рекомендуется в составе комплексной терапии грибковых заболеваний различные локации. Это желудочно-кишечный тракт, мочеполовая система, заболевания дыхательной системы, а также кожных заболеваний, в том числе экзема, герпес, дерматит и так далее. Подходит для поддержания иммунитета в период сезонных вирусных инфекций. Эффективен в качестве элемента противопаразитарных программ. Ну, тоже здорово. 60 капсул по 500 миллиграмм у него идет. Пахнет чем-то, знаете, таким горьковатым. Тмином, по-моему, даже, да, вот такой аромат. Ну, травы. Пахнет какими-то травками, я бы так выразилась. Что тут идет в составе и как оно вообще работает? Давайте с вами будем смотреть состав. Паут-арка проявляет антагоническую активность в отношении грибов родов кандида. Повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Лист оливы содержит олеуропеин. Это фенольные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, то есть препятствует росту дрожжевых грибков и патогенных бактерий. Также идет в составе у нас с вами эхиноцея. Она стимулирует иммунный ответ на воспаление и повышает устойчивость к вирусным, бактериальным и грибковым даже инфекциям. Тимьян содержит тимол, который подавляет рост патогенных микроорганизмов и грибков, стимулирует выделение желудочного сока. Прополис способствует снижению активности различных патогенных микроорганизмов, в том числе и грибков. Ну, то есть такая вот у него крутая аннотация. Тут идет еще в составе экстракт косточек грейпфрута, который оказывает прямое антипаразитарное и тонизирующее действие на организм, улучшает пищеварение, способствует устранению функциональных расстройств печени. Угу, отлично. И также биофлавоноиды грейпфрута воздействуют на клеточные мембраны паразитов, вирусов и микробов, препятствуя размножению паразитов и грибков в органах пищеварения. То есть вот такая тут крутая аннотация идет, да. То есть вот тут, видите, да, все написано, вот, все показано. Также есть декларация соответствия, сертификат халяль, изготовлено по заказу Faberlic. Значит, состав, сейчас мы с вами посмотрим. Отзывы, понятно, что пока отсутствуют, да, то есть вот такой вот состав у него идет. И, конечно же, как применять. Применять обязательно взрослым по одной капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Ну и противопоказания обычные идут, да. Я считаю, что это прям триумф. Это очень крутая новинка. Я была рада очень сильно и поддержке печени. И сейчас очень рада сильно именно, что именно в молекуле Force есть такая суперская штука. Я посмотрела, тут в составе нет биопирина. И это очень сильно правильно. Знаете почему? Потому что в составе биопирин он усиливает, а эта штука убивает патогенную микрофлору. И зачем нам усиленная, убитая патогенная микрофлора? То есть в антипаразите тоже нету биопирина, получается. То есть тут прям сделано очень правильно. И вообще молекула Force — это комплексный подход к отличному самочувствию. А на самом деле классно. Тут, конечно же, линейка просто мега вау, широченная. Это очень крутые БАДы. Мой врач от них в восторге. Ну, тут, видите, и моя цена есть, и цена каталога.
есть. Цены очень сильно отличаются. Ну, это 20-26% скидки у меня. На БАДы у меня 26% скидки. И, конечно, БАДов реально немало, да, всяких различных. Каждый БАД можно зайти, например, да, урокомплекс для мужчин, и посчитать, для чего он нужен. Видите, как все здорово. То есть просто великолепно. Все можно почитать, посмотреть, и с чем сочетать тоже можно посмотреть. То есть просто великолепнейший сайт. И, конечно, я уверена, что еще будет вебинар, который я обязательно выгружу по поводу вот этого антифунгина. Раньше мы как-то, помню, заказывали Фунгистоп, но он был в другой компании. Тоже заказывали в антифунги, по-моему, он так назывался, да, у нас антифунгин. А, антифунгал у нас, да. А я еще заказывала антифунги, вот, назывался, на Вальберис. Тоже мне прописывала мой доктор. Поэтому я очень рада, что у нас это все появилось, и очень счастлива. У нас очень есть сильнейший БАД, который мгновенно практически поднимает уровень D3, потому что он идет с К2 и очень хорошо усваивается D3, К2. У меня даже Викуся 10-леточка его пила. Мы его пили по 6 тысяч, потому что у нас сильно не хватало. Сейчас уже перешли на 2 тысячи в день. Вообще шикарно. И куэнзим Q10 есть очень хороший состав, и баланс нервной системы, и печеночка, видите, да, сколько различных БАДов, и вот по VIP-новинкам появился антифунгал комплекс. Вообще круто. У нас две страницы БАДов. Есть БАДы, которые очень быстро разбирают, их нужно хватать, видите, нет наличия. Сейчас на данный момент 3 БАДов аж вот так вот, да. В общем, будем пить, избавляться от патогенной микрофлоры, это очень крутая штука. Реально очень крутая, мой доктор прям от нее в восторге говорит, и я очень-очень счастлива, что он ей понравился. Ну а давайте сейчас перейдем к новинкам. И первый продукт, о котором я бы хотела вам сегодня рассказать, это БАД из линейки как раз-таки Molecular Force Antifungal. Это фитокомплекс, который проявляет высокую бактерицидную активность в отношении грибков и другой патогенной флоры. К сожалению, все мы с вами связывались когда-либо в жизни с такими проблемами, как заражение кишечника грибком кандида, дисбактериозом, снижением иммунитета, приемом антибиотиков и после этого осложнениями на ЖКТ. Но хочу вас обрадовать, что этот продукт решит все ваши проблемы. Ну и, конечно же, главным источником заражения грибковой инфекции является ослабленное состояние иммунитета. Поэтому в состав мы добавили специальный компонент, который будет как раз-таки защищать вашу иммунную систему. Ну и давайте подытожим. Продукт рекомендуется в составе комплексной терапии различных грибковых заболеваний различной этимологии, а также, внимание, в составе комплексной терапии кожных заболеваний, это экзема, дерматит и так далее. Более подробно мы расскажем вам на нашем вебинаре о новинке. И продукт поступит в продажу уже в 10-м периоде. Далее у нас с вами появляется такой вот крем для кожи вокруг глаз. Вообще косметика Green Karma, она идет на основе масла семян конопли, которое создано по зеленым принципам. Натурально, экологично и безопасно. Эффективные формулы идут для сохранения молодости кожи в любом возрасте. И вот этот натуральный крем для век, он делает взгляд, как указано, свежим, сияющим, словно чистое небо. Ну, в общем, попробуем. Это идет новинка, как раз таки идет с хорошей очень скидкой, поэтому можно попробовать пока что так. Вес идет 15 грамм, объем идет 15 миллилитров. Заявлено, что он омолаживает и глубоко увлажняет нежную кожу вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки, способствует уменьшению припухлости и отечности. Такой вот беленький, хорошенький кремушка. Очень такой, знаете, шелковистый, приятненький, не плотный, но и не супер жидкий. Такая золотая у него серединка, артикул 6676. В составе идет масло семян конопли холодного отжима, чистейшее масло, которое содержит высокую концентрацию антиоксидантов, омега-3,6,9, жирных кислот и другие полезные для кожи компоненты. Подходит как для борьбы с уже имеющимися признаками старения, так и для профилактики. Далее биосахарид. Это продукт ферментации растительного сырья, который оказывает активное восстанавливающее, увлажняющее и омолаживающее действие. Ну, слушайте, супер. Также гречишный воск, который уменьшает мешки под глазами и снижает отечность. И, конечно же, витамин Е, натуральный антиоксидант, который предотвращает
предотвращает окисление липидов кожи. Ну что ж, я его нанести успела всего лишь один раз. Он хорошо и быстро впитался. Действительно, он увлажняет кожу на ура, как у нас заявлено. Также, как вы видите, у нас тут идет 99% как мелко, да, давайте увеличим. 99% натуральных ингредиентов, что очень радует, веганская линейка. И еще вот такой вот значок. Если честно, забыла, что он означает. Также у нас идет значок, по-моему, переработанная тара, да, и написано, что это 100% перерабатываемый пластик. Тоже очень приятно, что компания Faberlic заботится об этом деле. Ну и, конечно, тут способ применения, состав, да, кому вот нужен состав. Мне тут сделали замечание, что вот состав не показывайте, вот, пожалуйста, вот он, такой вот хороший кремчик. Далее у нас с вами в каталоге появляется такая вот футболка с таким вот принтом бабочка и тут с надписью интересной. Она у нас с вами идет в размере BTC 185 с XS по 2XL. Футболка идет молочного цвета, выполнена из мягкого хлопкового трикотажа, короткий рукав, круглая горловина, прямой силуэт. Материал 92 хлопок, 8% эластан. То есть это точно такие же футболочки, только вот рисуночек другой. Да, видите, и горловина, и все одинаково. Ну, давайте будем распечатывать, смотреть. Самое интересное. Ой, почему только одна единственная футболочка выпустилась, тоже очень интересно. Угу. Ну вот так оно открывается. Так, ну что ж, смотрим. Так, в размере 2XL у нас идет артикул 870-859. Ну, она реально такая, видите, немножечко с желтинкой. Если взять белый цвет, то, конечно, разница большая. Ну, чтобы вы понимали, мягкая, приятная, на жару подойдет. То есть она не супер-мега плотная, что мне очень-очень нравится. И мне еще интересно, что же тут написано. Фаб. Улоус какой-то, Ильюс. В общем, не понимаю я, что тут написано. Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях, если вы понимаете, что это обозначает. Вот тут такая вот бабочка симпатичная. Ну, знаете, на мой взгляд, футболка как футболка. Хорошая, клевая такая, добротная, классная. Она длинная, без разрезов, без всего. То есть такой простецкий, хороший крой у нее идет. Вроде бы все шовчики, все хорошо мне пришло. Все великолепно. Можно заправлять ее в юбку, в джинсы, да, как хотите. Можно не заправлять, так носить с шортами, к примеру, да, там с леггинсами. Обычная футболочка даже подойдет, мне кажется, под пиджак, потому что он идет так. В надписи уже все эти рисунки не будут видно. Чисто белая футболка под пиджак. Или под любой там, не знаю, кардиган сверху накинуть, да, то есть, ну, такая универсальная футболка с минимальными принтами и довольно-таки длинная, то есть она будет практически скрывать попу. Ее будет очень удобно заправлять куда-то, потому что она прям великолепная, да, то есть, ну, у нас с вами есть такие футболочки слегка укороченные, которые идут там по пояс, еще как-то, а вот эту можно и заправлять, и так носить, как вам будет удобно, как вам понравится. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео!